Итак, ребята, всем привет! С вами снова я. И сегодня я буду делать обзор на бластер Nerf and Strike Elite Strong Guard. Я знаю, все знают про этот бластер, но извините, мой долг сейчас в обзор делать обзоры на все мои бластеры, но я буду делать вкратце. У него есть барабан на 6 патронов. В комплекте идут 6 патронов. Бластер мощный. Рукоятка у него удобная, с удобным рельефом. Затвор для детей достаточно тугой. И я сейчас рассматриваю бластер XD. Так что если у кого-то больше синего и меньше белого, то у того, ну не знаю, может чуть-чуть другой будет бластер. У него есть одна рельса сверху и мушка. Вот такая вот. Есть надпись, даже рельефный элемент Strong Arm. И, блин, ну... кнопка, благодаря которой вытаскивается барабан. Дальше. Барабан свободно прокручивается. И можно сделать всем известный трюк. Так, извините, если вы не услышали, то слишком рано сделал этот трюк. Ну, ладно. Извините, заболтался. Два крепежа у него. Один на затворе. Другой под рукояткой. Спусковой крючок очень тугой, если не разводить у меня. Есть также маркер такой. Деталька такая оранжевая, которая, если вы зарядили, она опускается. Если вы нажимаете, то она тоже опускается. Бластер мощный. Присутствует так называемый Slam Fire. Это я вам все покажу потом. Ой, слишком близко поднес. У него тут для детей таких, которые не могут одной рукой его носить, есть рельефный такой элемент, чтобы вот так держать второй рукой. И просто так барабан прокручивается щелчками. Сильными щелчками. А здесь они еле-еле. Сейчас я вам покажу стрельбу. Итак, ребята, во-первых, как он заряжается. Барабан откидывается, можно резким движением. Патроны заряжаются спереди. Мягкие патроны с мягкими концами. Это все знают. Дальше можно вот этот трюк сделать, который я вам показывал. И первый режим. Вот такой. Только передергивание затвора. Ой. Как-то слабо вылетел. А потом Slam Fire. Всем известный. Ой. Патроны закончились. Ну, вот такой вот бластер. Итак, всем спасибо. Всем до свидания.